Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать о надежном инструменте для направленного обогрева помещений и просушки поверхностей, а именно о профессиональной тепловой пушке Балю ProRab 2. Тепловую пушку Балю серии ProRab 2 можно разместить не только на полу, но и подвесить на стену или колонну. Это поможет сэкономить полезное рабочее место и повысить безопасность, так как пушка и кабель питания не будут мешать проходу. При этом, располагая прибор на стене, вы уменьшаете разницу температур по высоте и тем самым сокращаете расход на электроэнергию. Для регулировки и фиксации угла наклона не требуется дополнительного инструмента. Вся настройка осуществляется с помощью барашковых винтов, которые надежно фиксируют пушку. А для удобства переноса и хранения на корпусе прибора предусмотрен фиксатор кабеля. Возможность точного поддержания температур является важной характеристикой при выборе профессионального теплового оборудования. Именно поэтому пушка Балю серии ProRab 2 оснащается высокоточным капиллярным термостатом, который будет точно измерять температуры в диапазоне от 0 до плюс 40 градусов. Прибор имеет два режима мощности, а также режим вентиляции без нагрева. Если вам не нужна полная мощность или, например, того не позволяет электросеть, то тепловую пушку можно легко переключить в режим меньшего обогрева. Если же обогрев вовсе не нужен, то прибор можно использовать как промышленный вентилятор. Благодаря двойному металлическому корпусу пушка имеет повышенную прочность, а также исключается возможность получения ожога от прикосновения к корпусу при работе. Пушка оснащается промышленным пылевлагозащитным вентилятором в металлическом литом корпусе. Надежные нагревательные элементы в оболочке из нержавеющей стали приспособлены для работы в сложных условиях, таких как пыль и грязь. А специально разработанная особая форма нагревательных элементов позволяет достичь максимальной эффективности при работе. Ручка для переноса, объединенная с блоком управления, изготовлена из промышленного ударопрочного пластика, который устойчив к физическим и температурным воздействиям. Антикоррозионная обработка корпуса и элементов конструкции защищает от коррозии, даже при возникновении царапин. Качественное глянцевое полимерное покрытие устойчиво к механическим повреждениям и долго сохраняет идеальный внешний вид. Тепловая пушка Балю серии ProRab 2 в первую очередь промышленный прибор, который является отличным выбором для профессионалов.